Обратиться на портал народного контроля теперь станет проще через мобильное приложение. Поручение его разработки глава региона Александр Цибульский дал профильному ведомству в апреле текущего года. Зачастую для решения той или иной проблемы людям приходится обивать пороги различных ведомств. Для того, чтобы сократить время на обращение и рассмотрение жалоб населения, и была создана интерактивная платформа «Народный контроль». Все сообщения, поступающие на портал, направляются в органы власти и местного самоуправления, а также в управляющие компании для их исполнения. Максимальный срок рассмотрения сообщения составляет 5 рабочих дней. Жители отправляют обращение на наш портал. Данное обращение поступает на модераторов. Модераторы его обрабатывают, смотрят, подходит, не подходит под наши категории и, соответственно, отправляют на исполнение в органы власти. По словам разработчиков проекта, на сегодняшний день активными пользователями интернет-площадки «Народный контроль» выступают жители Наринмара и поселка Искателей. Так от горожан поступило порядка 1000 обращений, а от жителей Искателей – 250. А вот жители сел округа обращались всего 4 раза. Для того, чтобы упростить процедуру обращения на портал, по поручению губернатора округа профильное ведомство запустило в работу мобильную версию портала, что также позволит увеличить число пользователей. А в настоящее время мы уже запустили мобильное приложение на двух платформах. Это iOS и Android. С Android было чуть попроще, на iOS пришлось немножко побольше усилий приложить. Да, сейчас уже оба приложения работают. Действительно, теперь жителям намного удобнее и проще. Не обязательно заходить каждый раз на веб-интерфейс через какой-то браузер. Достаточно зайти в приложение, отснять ту или иную проблему, либо инициативу и отправить к нам на обработку. За 2 года количество зарегистрированных пользователей народного контроля превысило 3000 человек. Самыми популярными темами обращений стали благоустройство территории, содержание автомобильных дорог, ЖКХ, строительство, образование и социальная защита населения. Все разделы, которые у нас имеются, отображены на сайте «Народ83», также в мобильном приложении. Он аналогично дублирует сайт. В данный момент у нас 16 разделов. В каждом из разделов имеются свои подкатегории. Скачать приложение можно в Google Play и Apple Store. Регистрация в мобильном приложении несложная и займет не больше 2 минут. Авторизацию в личный кабинет нужно будет пройти всего 1 раз. Потом система будет принимать пользователя автоматически. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».